Сегодня делаем пробег CF Moto, квадроцикл. Разбираем щиток, выпаиваем микросхему в калькулятор. У него сейчас 15 тысяч пробег. Нам нужно сделать 3150. Чтобы разобрать щиток, нам нужно открутить вот эти вот 4 винта. Два здесь и два внизу. После того, как открутили все болты, снимаем стекло. Стекло снимается просто. С одной стороны мы его отгибаем, и с другой стороны. Стекло готово. Здесь мы опять откручиваем болты вот эти вот, внутри которые стоят. 4 штучки и вытаскиваем сюда плату. Теперь аккуратно надавливаем вовнутрь, чтобы вытащить щиток. Вот так. Вот он выходит. И также с этой стороны. Все, плата у нас в руках, пожалуйста. Пробег находится вот в этой микросхеме. 24C02. Ее сейчас будем отпаивать в программатор, потом в калькулятор. Запишем пробег и запаяем обратно. C02 микросхема отпаяна. Контакты микросхемы, как обычно, чистим как следует. Чтобы был хороший контакт в программаторе. И вставляем в наш программатор. Так, выбираем микросхему 24C02. Читаем. Микросхема прочитана. То есть вот она полностью пустая, только вот здесь значение у нас. Сохраняем. Открываем калькулятор. CF Moto. 15914 показывает. Нам надо 3150. Применяем новый пробег.
Вот он, пробег поменялся. И заливаем обратно. Все, программирование микросхемы закончено. И теперь мы будем ее запаивать назад. Ключ для микросхемы показан, вот, первая ножка. Теперь берем баночку. И вытираем нашу микросхему. Отмываем плюс. Собираем все в обратном порядке. Значит, смотрим здесь. Расстояние от болтов вот здесь больше, чем наверху. Теперь одеваем стекло. Стекло тоже по-другому не вставить. Только так. Надавливаем, чтобы оно село туда поплотней. И закручиваем наши уже наружные болты.